Калининград. Война разрушила этот город почти до основания. Около 15 лет прошло с тех пор. На месте развалин советские люди построили новый город с красивыми улицами и площадями, с зелеными садами и скверами. Калининград – крупный портовый город. Сотни советских и иностранных кораблей ежегодно швартуются к его причалам. Суда не задерживаются здесь долго. Разгрузка и погрузка ведется скоростным методом. Промышленность города производит самую разнообразную продукцию. Тысячи вот таких саморазгружающихся вагонов ежегодно выпускает местный завод. С небывалым размахом ведется строительство. В городе сооружаются прекрасные жилые дома, школы, детские ясли, магазины. Только в этом году калининградцы получат более 70 тысяч квадратных метров жилья. В 11 высших и средних учебных заведениях готовятся тысячи молодых специалистов. Для любителей спорта открыт стадион «Балтика». Прекрасные сады и парки города. В их тенистых аллеях можно хорошо отдохнуть. После завершения реконструкции Калининград станет одним из самых благоустроенных городов страны.